Мне вообще кажется, что память вообще детская, она фиксирует какие-то моменты. Вот бывает момент какой-то, вдруг запоминаешь его. Вот саму цепочку событий восстановить невозможно, но да. Какой-то вдруг момент вот, почему? Вот почему-то остается в памяти. Угу. Я, например, помню, там, когда папа там, принес домой проектор и показывал диафильм не Маугли. Угу. Например, вот это вот запомнил. Ну, естественно, конечно, это я в книге писал, когда «Глобус» мне подарили. И то, что когда у меня читал «Подвиг Магеллана». Угу. Просто одна из первых книг вообще, которые я так прочитал. Ну, серьезных книг. 70-й год помню, когда все смотрели КВН. Ну, ботнинская команда вышла тогда в финал, играл с Одессой, значит, композитором был папин младший брат, Леонид Вайнштейн. Вот, все смотрели, болели очень. Помню еще какие-то моменты первенства мира по футболу 70-го года. Папа приезжал, страшно ругался, там кто-то в автобусе говорил, там, значит, что счет узнал, потому что, ну, играли в Мексике, играли, значит, поэтому, соответственно, показывали записи. Вот какие-то вот эти вот такие отрывочные события вспоминаются. Но, конечно, никогда не вспомню момент, как я научился играть в шахматы. То есть, вот, судя по всему, действительно связано было с тем, что папа и мама решали в газете, я думаю, что это была «Вышка» была, потому что у нас две газеты были, «Вышка» и «Бакинский рабочий». Там и везде, естественно, был шахматный отдел. Такой же, молодые такое уже не могут себе представить, но были шахматные отделы, в котором там была какая-то шахматная новость и какая-то задача. Скорее всего, они что-то решали, действительно. И мне очень понравилось это. Вот я смотрел так со стороны. Вот это. А они решали вслепую, что ли? Нет, они постоянно... Они расставили позицию на доску. Мне было интересно, что за такая игра. Я стоял, смотрел. Никто как бы в этот момент на Твиттере сообщение не послал. Понимаешь, что вот тут увидел Каспар, там, Гарик Вайнштейн. Что за мальчик? Вайнштейн увидел шахматные фигуры, научился играть. Скорее всего, опять, это была зима 68-69 года. Опять ориентировочно можно предположить. Какой-то такой зимний вечер, наверное, был, поэтому были дома. Вообще, какая была обстановка дома? Напряжение было, потому что, например, мама имел возможность сделать карьеру. Угу. Вот, для этого требовалось вступить в партию. Папа просто жестко говорил, что есть как бы, надо будет выбор между партией и мной. Как бы, вот так, да? Да. Там был очень вот этот момент такой напряженный был. И вот она мне рассказывала, она ходила потом к своей вот, свекрови, к Ольге Юрьевне. Вот, и та говорит, что ну, вот, жить-то ты будешь не с партией, а с Кимочкой. Да, поэтому, в общем, выбирай. Мама всегда выбирала семью. Вот как четко семья была самым главным. Вот. Момент, когда она, в общем, решила, что как бы карьера, бог с ним, хотя она могла действительно сделать большую карьеру, вот ей начальник института, как бы, учитывая ее способности, предлагал, в общем, двигаться дальше. Она была начальником лаборатории, женщина, армянка, в Баку, вот у нее там, 10 мужчин работало. Тогда, значит, как бы, она стала с папой. Потом она будет делать такой же выбор уже, ну, уже только в мою пользу, как бы. Ну, 69-й год я опять помню смутно очень, потому что я научился играть в шахматы, и это как бы сразу пошло, вот. Мне стало интересно, то есть как бы вот. Но у меня были вот, интересно, шахматы были, и вот эта география, вот эта вообще история, вот такие какие-то вещи меня всегда интересовали. И поэтому, когда папа «Глобус» купил, я там смотрел на эти маршруты все. А можно сказать, что как бы вам было, по сути, в детстве интересно все, что попадало в руки? Или были какие-то вещи, которые сразу... А математика, например? Нет, это не мое. Нет, математика, я считал, нет. Читал, писал, я все очень быстро делал. То есть, в принципе, я в 5 лет уже свободно читал просто. Поэтому это мама даже вспоминала, когда пришла к ней одна из ее подруг. Я там сидел, говорит, мам, я это не помню, мама почему-то говорит, зрелище такое было, которое ее подруга, по-моему, Нора Косумова была. Она, значит, заходит, я сижу, читаю, значит, там это как раз... «Положение в Каире». Нет, на самом деле я читал практически все. Вот информация попадала в руки какая-то, мне было интересно, я, значит, ее переваривать пытался, да.
Но особенно интересно было то, что происходит в мире вообще. То есть вообще мир большой же, как бы, да, вот это, вот это вот то, что папа читал про первооткрывателя, мореплавателя, вообще сильно запало вообще. Вот, вообще идея, что надо что-то новое открывать, вот она тогда как-то очень четко поселилась в голове. Вот. А параллельно были вот шахматы, вот как бы, то есть, а, при этом, что интересно, полностью как бы отсутствовала музыка. Вот папа... Вот я хотел мой следующий вопрос. Вот, да, это интересно, потому что... Вы же из музыкальной семьи, на самом деле. Ну, папина. Да. Папина семья вся музыкальная. Значит, папа был единственный не музыкант, он стал инженером, химиком, но он тоже кончил класс скрипки с отличием. В 69-м году, когда, вот потом мама рассказывала, когда, значит, обсуждали, что делать, он говорит, нет, говорит, у нашего, говорит, сына, говорит, другие, говорит, склонности, говорит, я, говорит, думаю, что не надо. Подождем, просто она, скорее всего, пусть позанимается шахматами, потому что у него голова по-другому работает. На самом деле он понял все. Хорошо вот, чувствовал. Да, почувствовал, да. И так вот жизнь шла вот своим чередом. Я говорю, 70-й год был очень вроде счастливый. Сейчас, Игорь Кимович, извините, а сейчас к музыке есть какое-то? Вообще вот на протяжении жизни играла музыка какую-то роль, нет? Ну, второстепенную. То так есть, и не родилось этого увлечения? Не второстепенную, скажем, а именно такую, как бы она помогала так, просто я мог послушать. То есть на самом деле мне интересно. Мне как бы вот, но это фон все-таки, это фон жизни. То есть на самом деле я как бы вот особняком стою вообще во всей своей семье, то есть... Мама была очень хороший слух, она очень любила оперу, особенно вот. Так, они с папой как раз во многом, это, ну, общность интересов была. Вот. Опера была, и я даже вот писал, вот, когда воспоминания как короткие своей маме, что она рассказывала, как это такое у них один, романтическое свидание, которое определило их судьбу, это был концерт Ван Клиберна. В Баку, когда он с турне был, ездил с турне, вот такой у нас был зеленый театр, открытый театр был, вот. Мама, она кончила школу с серебряной медалью, причем у нее была единственная пятерка по математике, она там не получила. В городе единственная четверка, в смысле? Пятерка была по математике, пятерка, потому что в городе никто не получил золотых медалей. Она там, пропустила пару запятых сочинений, она получила четверку, но пятерку по математике получила единственную в городе, поэтому золотых медалей не было, но она, в общем, как одна из лучших учениц, она поступила в новый институт, Азербайджанский индустриальный институт, и, в общем, стал инженером. То есть, причем ни бабушка, ни дедушка, они, в общем, как бы, ну, как-то вообще... Ну, девочка идет вообще, вот там практически почти полностью, это мужская работа. Вот, но она пошла туда, и там они с папой как раз, и вот они и познакомятся. Вот в 59-м году. И вот жизнь, я говорю, вот то, что я довольно пока вот, ясно помню, вот 70-й год был действительно такой пик был, вот такой счастливый, потому что, вот я говорю, и это первенство мира по футболу я хорошо помню, и вот и КВН, и в общем, и собирались там. Ну, опять, малюсенькая квартира, на самом деле. Ну, комната, кухня, вот как бы, да, плюс это все коммуналка еще. Но такой подъем, вот как бы, вот что действительно, как бы жизнь нам удалась, все счастливы. А летом мы 70-го года поехали в Карадах, это вот южная часть Абширонского полуострова. И как раз вот 14 августа, по-моему, день рождения был, и вот у него какие-то начались, как-то себя плохо почувствовал, там какая-то температура. И я ничего не понял. Он уехал, и вдруг я понимаю, что как бы что-то случилось, потому что мама не вернулась. Ну, потом я узнаю, что ему делают рентген, когда проверяют просто, и понимают, что там просто реально уже четвертая лимфосаркома, там последняя стадия. Все начинает меняться в жизни, потому что она ездит с ним в Москву. Он протянул почти 6 месяцев. При том, что он вообще не ходил к врачу никогда. У него там ни к дантисту никого. Он был там здоровее всех в семье. И вот как-то жизнь вот так молниеносно меняется. А у меня происходит событие, потому что в сентябрь я иду в школу. Меня должны в школу отвезти. Но мама была полностью как бы с папой, значит, она отключилась. И в 70-м году меня отведут во дворец пионеров. Дворец пионеров вообще был очень далеко. Он находился вообще в другой части города. То есть там надо на автобус ехать, то есть реально далеко. И вот они меня отводят, и, ну, вот, наверное, повезло, что сразу попадаешь в вот такую атмосферу шахматную, потому что вообще в Баку... Отвели вас на шахматы, да? Да, на шахматы. Это был шахматный кружок Дворца пионеров. Ну да, вот, ну, стандартная, как бы, стандартная советская, да, история. Ну что такое шахматный кружок? Это одна комнатка во Дворце пионеров. Там было, значит, вот это... И как бы во Дворце пионеров там разные секции были. Вот была секция шахматно-шашечная. Одна комната была шашечная, а она как была внешняя. А вот внутренняя комната была шахматная. Но она вот, я думаю, что по размерам была, вот, ну, не знаю, ну, может, чуть больше вот этой комнаты. Вот это, а может, примерно такая же. Вот, вот это был шахматный кружок Дворца пионеров. А там было два тренера было. Был Олег Александрович Привородский был и Татьяна Васильевна Горбулева. Вот. Попал я к Привородскому. Ну, это опять был чисто вот такой, вот, такая полная удача просто.
Но что действительно повезло, что в этом же, как бы вот, в этом нашем дворе, вот буквально там, я не знаю, в 50 метрах, жил Ростик Корсунский. Он тоже ходил к Приворотскому. Значит, он был на 6 лет старше меня. Вот. И это оказалось большим подспорьем, во-первых, потому что мы могли играть вместе. Ростик был, ну, как бы он старше был, он потом шел быстрее. Вот. Он станет первым, станет мастером у нас в нашей mm-hmm. группе. Вот. Но важно еще, что когда какая-то ситуация критическая была, они всегда меня могли водить туда, потому что все были заняты, все-таки семьи у всех. А я мог с Ростиком пойти. То есть он mm-hmm. уже был все-таки взрослым, и поэтому меня отпускали с ним. Mm-hmm. И также еще, как говорится, по соседству, в другом дворе, жил еще один ученик Приворотского, который там больших звезд как бы сам там не нахватал, Боря Шенин. Ага. А так что иногда мы ходили втроем. Боря, ну, в итоге он там станет кандидатом в мастера, но главное, что его сын в итоге, который тоже uh-huh. возьмет фамилию мамы, Тимур Раджабов, станет одним из лучших шахматистов мира. То есть, вот... Интересно, когда? Да, это был в этом небольшом треугольничке, вот буквально вот там, я не знаю, там, в радиусе там, 100 метров, вот жили, вот так получилось. Uh-huh. С Ростиком много играли очень. Я даже помню такие вот, значит, у нас были с ним диспуты, потому что Ростик любил коней, а я слонов. И мы периодически играли, значит, причем я считаю, что, конечно, условия были неравные. Все фигуры убирали, играли я слонами, он конями. Вот, в принципе. Ну, конечно, достаточно доворотная игра была, хотя иногда он как блокировал позицию. Это позволяло, в общем, постоянно мне, как бы, ну, какая-то была практика, то есть играть. Хотя Ростик был сильнее, безусловно, и он очень, очень любил заниматься. То есть он там, у него были свои идеи как-то, то есть, в общем, был очень талантливый. Аналитик еще был хороший. А как сложилась его судьба в итоге? Никак. В общем, он довольно молодым умрет, как бы он, в общем, mm-hmm. но он станет мастером, он будет в армейской команде будет. Кстати, вот его Миша Ходорковский, он, в принципе, он с ним играл в ЗАКВО, они, как говорится, когда Миша служил, то есть они... Там сталкивались? Да, сталкивались mm-hmm. там, они сталкивались. Ростик был первой доской во дворце пионеров команды. А в 71-м году в группу придет еще один мальчик, Эльмар Магирамов. На самом деле, вот эта группа Дворца пионеров... Ничего такое было, да. Да. Интересно, вот во Дворце пионеров, вот эти две группы, Приворотского и Горбулева, такая была конкуренция. Ну, Олег Исакович, конечно, ну, во-первых, она была там перворазрядница. Ее представление о шахматах все-таки, она была хороший тренер и педагог, но шахматной силы не хватало. Олег Исакович был сильным кандидатом в мастера, который не стал мастером, ну, потому что он, в общем, как бы... Это была не основная профессия. Он вообще mm-hmm. преподавал в каком-то профтехучилище и параллельно еще ходил во дворец пионеров. То есть он так mm-hmm. вот, две работы были. Mm-hmm. Вот. Но это вот такой был хороший задел, потому что атмосфера была очень, очень, очень позитивная. Вообще в Баку в это время была очень хорошая шахматная обстановка. В этой атмосфере было так легко расти было. Очень быстро можно впитывать информацию было. Ну, понятно, что как бы жизнь действительно там складывалась. Ну, довольно сложно, потому что, значит, папа умирает в начале 71-го года, 23 января. Вот, мама там, естественно, была просто в полной отключке. Я как бы в какой-то мере был сам себе предоставлен, то есть я жил с бабушкой, дедушкой, мамой. Ну, ей приходится как-то что-то делать, как бы, чтобы не потеряться полностью. И там у меня даже был инцидент такой, когда, в общем, я там возвращался один из школы, и, в общем, чуть меня не сбила машина. На самом деле, там я там успел бежать, как-то ударился сильно головой, меня отвезли там в больницу. Мама перепугалась. В общем, как-то... Потом она говорит, что этот момент для нее был важный, потому что она понимает, что тут вообще надо как-то вот жить собраться, дальше. Собраться. И постепенно начинает переключаться на меня. Вот как бы вот эта вот жизнь начинает выстраиваться вокруг меня. Там постоянно были разговоры о том, что ну вот надо талант, надо развивать все это. А мама, она говорила, нельзя спешить, нельзя форсировать. На самом деле... Вот ходит один раз в неделю, пусть ходит раз в неделю. Вот. И она, в смысле, дядя Леня, она постоянно вела такой разговор, как он говорит, не, ну надо тут вот сейчас спокойнее, не спешить, да. Ну, естественно, я там ходил в парк соседний, там у нас было много рядом с домом парков, ну, там в шахматы везде играли, в общем-то. Mm-hmm. Через какое-то время меня уже все стали знать, там, в общем, mm-hmm. там я думаю, что там, годом к 8 я там уже там большинство себя обыгрывал. Вот. Значит, 7 лет я выполнил третий разряд, 8 лет второй. Я продвигался вперед. То есть я там книжки читал. Вот, а откуда они брались, эти книжки? Как повезет. Опять, Советский Союз. Ну да. Например, книжка я зачитал до дыр. Я у Ростика, помню, взял дома ее, значит, и зачитал. Это была такая книжка, я даже не знаю, ты помнишь, Виктора Васильева. «Загадка Таля» и второй «Я Петросян». Да, знаю, конечно. Я ее зачитал до дыр. Я там сдал наизусть вообще. Так она хорошая книга, на самом деле. Прекрасная книга, да, на самом деле. Я просто, вот это я читал, вот просто я там мог там, описание партии.
какие-то вообще действительно такие легендарные вещи были. Вообще для нас это был вот, как бы, вот, вот мир, в котором жили легенды. Mm-hmm. Я думаю, я не знаю, сколько сейчас это все воспринимается, но тогда это же было так далеко от нас, где-то на другой планете. Таль играет турниры претендентов в Югославии, да. Там, или там Петросян на Кюрасао. Ну хорошо, я еще знал, где Кюрасао находится. Просто я мог найти на карте Кюрасао. Ну то, что там играет Петросян. Да. Там Петросян, и как вот эта партия, вот это вот, как Керис Бенко, вот в принципе, вот это, когда Керис проигрывает партию, и, значит, а потом последний тур Керис должен выиграть у Фишера, чтобы догнать Петросяна, а он там делает быстро ничего с Филиппом, значит, ждет. А Петросян Ботвинник на сцене, там, колонного зала. Значит, все это такие легенды, слушай. Mm-hmm. Значит, самая первая книжка, на самом деле, которую еще папа мне купил, две книжки. Это было 200 открытых партий Бранштейна. Бранштейн. 200 открытых партий. Интересно. 200 открытых партий, 69-й год был. Это еще папа купил мне. И у нас была книжка, вот я, мне кажется, до 70-м году. Это был «Мать Спаски Петросян». «Ирония судьбы», я же не знал. Составителем сборника был Александр Сергеевич Никитин. Это, на самом деле, уникальная книга, истории. Что ее прокомментировали секунданты двух участников матча на Берестомин. Она была, вот, интересный взгляд. Такой, был, да. Он был как бы составителем сборника этого. Вот эти две книжки были первые книжки шахматные. Это, тоже, но это уже серьезные книги шахматные. Это же не путешествие в шахматное королевство. Со Спаски Петросян матч был сложнее, конечно, но тем не менее, как бы я всю эту книжку запомнил хорошо. Я даже помню, что обложки книги, значит, Спаски с Петросяном сидит, как бы корона на голове Петросяна, а на обратной стороне, значит, они сидят, как бы снова, но корона на голове Спаски. Да. Но тогда, значит, были шахматные доски с чемпионами мира. На самом деле, вот, значит, это шахматные доски такие, ну, картонные, на них там были фотографии чемпионов мира, в принципе, да. Тогда их было, как бы, было 10, в принципе, да. Потом появляется, значит, Фишер, как бы, будет 11-й чемпион мира. И я помню, значит, один из наших родственников мне подарил доску, это был, наверное, 72-й, там было два свободных места. Он говорит, ну, 12-й, наверное, в принципе, там, Карпов шел вверх, в принципе, ну, надо куда-то. Но вот в эту клетку, значит, ну, он, естественно, пошутил. Красиво, да. Вот эти две книги я помню точно. Да, еще была книжка у меня, вот, первая книжка, была книжка Майзелеса. Майзелес такая была, почему? Я помню, большая желтая книжка. Майзелес — это автор или название? Майзелес, нет. Майзелес — это автор такой. Это книжка, ну, там, 20-30-х годов была, переиздавалась она. Значит, вот это то, что при папе было. Uh-huh. Да, 72-й год, значит, уже точно, уже было 60 партий Фишера. Да, например, меня уже купили. И из черной серии. И 50 партий Ларсена. В принципе, вот это, вот эти книжки уже появляются у меня. Вы их проигрывали как-то? Я проигрывал партии, да. Ну, естественно. А запоминали их? Я запоминал все. Все, что я делал, все запоминал. Нет, это вот здесь с памятью проблемы. А память у вас шахматная... Была идеальная. Даже сейчас я многое помню, в принципе, больше, чем с молодыми многие. Но тогда я помнил все просто. Все, что я увидел, я все запоминал, как бы все откладывалось как-то. Значит, это, да, причем это происходило автоматически совершенно. То есть я даже без усилий, да? Процесс автоматически шел просто. Вот я не знаю. Ну, вы знаете сказку про вас, что вы типа вечером прочитали информатором и утром могли рассказать все партии? Не все. Ну, условно, было бы прям вот как бы. В то время вся информация шахмат, которая приходила, я ее помню. Все складывалось в голове. То есть, куда что, кто куда пошел. То есть, в принципе, все это. Ну, это было достаточно хаотично, но тем не менее, как бы вот процесс переваривание информации, ее усваивание шел какими-то ударными темпами. 71-72 год идет процесс просто вот всего этого вот накопления через эти книги, через эти вот журналы. И в 72 году начинается первое появление, как говорится, фамилии уже в газетах. Первые лучи славы. Значит, это они связаны с Блицем были. Ну, в Блиц играли все, естественно. В Баку проходил чемпионат города по Блицу, значит, ну, там, четвертьфинал, полуфинал, финал. И в четвертьфинале я набрал 9 из 9. Среди взрослых. Я попробовал с 9 из 9 и попал в полуфинал, естественно, в общем-то. И из полуфинала я вышел в финал. Угу. Ну, там, на соплях, но все равно вышел в финал просто, да? В 9 лет попал в финал. Вот за это мне присвоили первый разряд, в принципе. Надо сказать, что как бы первый разряд я не выполнял. Никогда мне дали... А, да? Не Красиво. И в финале, я даже готовился к финалу. Тогда начал по партии Чигорина, пытался играть, значит, я... За счет Чигорина. D4, D5, C4, конь C6 хотел играть. Ну, в общем, что-то у меня ничего не получалось. Ну, понятно, я был маленький. В общем, кончилось тем, что я, значит, после там, по-моему, 7 или 8 туров, я там все партии проиграл, кроме одной. Я выиграл там у такой кандидата мастеров, у Гаджи Касумов. Я у него одну партию выиграл, проиграл, в общем, чувствовал себя очень самое разобранным. В общем, мама меня забрала.
сказал, хватит, потому что ну, это невозможно. До окончания турнира? До окончания турнира. Нет, я доиграть я не мог турнир. Вот, я помню, да, дядя Леня шутил, говорит, что да, Гаджи Касумов, наверное, с горя под машину упадет. Потому что ты у него... Тем не менее, как бы я добрался до финала, и это было первое упоминание. Там мальчик, там Гарик Вайнштейн, там попал там 9 из 9, потом попал в финал. То есть в бакинских газетах меня упомянули. Олег Исакович, он не то чтобы нас не поощрял, как бы, но, в общем, Блиц был частью как бы нашего... Он был как бы разрешен, да? Он был разрешен, да, разрешен. Вот, но при этом, как бы еще раз говорю, там все-таки были серьезные занятия. Он имел какой-то набор, скажем, там, дебютных пристрастий, вот так скажем. Да? Но и одно из этих пристрастий, оно останется у меня на всю жизнь. Он играл только Шевинген черный. Да, то есть на самом деле вот оттуда. И Магеррамов будет играть, то есть Магеррамов и я, в общем, будем играть Шевинген. Это остается оттуда. Вот это вот Шевингенские построения. Шевингенские построения просто остаются. Потом еще, кстати, добавится Никитин, который тоже он напишет книгу как бы, про Шевинген. Так получилось, что вот совпало. Вот как бы мой первый тренер, и Приворотский, и потом и Никитин, они, как говорят, они будут ярыми приверженцами Шевингена. И поэтому у меня вот тяга к этому построению, в принципе, значит сицилианки с пешками D6, E6, она как бы, она сохраняется. И интересно, что потом у меня как бы это будет такой, получится такая синергия, потому что я буду Шакаром заниматься потом. Но, и вот то, что они принципиально были разными совершенно, это оказалось очень, очень полезно, потому что, с одной стороны, я как усвоил от Приворотского желание разобраться вообще в нюансах позиции, а у Шакарова четкое, значит, в принципе, ход туда, ход сюда, то есть как бы вот... И это даст хороший такой симбиоз. Вот. В 73-м году мне еще нет 10 лет, я играл второй раз в первенстве города среди юношей до 18 лет. И я там разделю 34-е место, набрал 79. Это был первый серьезный результат. И после этого момента я попадаю уже в обойму сборной, юношеской сборной Азербайджана. И вот в 73-м году во Дворце Пионеров формируется очень сильная команда. И в 74-м году мы едем в Киев как бы на отборочный турнир. И там к шоку местных там, как бы, организаторов мы легко обгоняем Киев. У нас команда была на голову сильнее остальных, мы легко вышли в финал. Как вообще вот это вот... Вот это советское, потрясающее все-таки вот это изобретение Советского Союза, вот эта шахматная обстановка, атмосфера. Ну, мы будем сейчас говорить про это даже больше, что вот эти же вещи останутся у меня не просто впечатления, а это как бы станет частью моего шахматного образования, моей вообще шахматной культуры. И в какой-то мере уже я начну их проецировать на будущее. Я же буду играть сеансы, этого много оттуда идет. А также, в принципе, уже потом, когда я буду работать вместе с Ботвинником, в школе Ботвинника будут сеансы. На самом деле, как бы, я же постоянно, причем там-то уже все играли там. Многие вещи вообще были заложены, вот как бы они, знаешь, вот как бы в фундамент камни такие шли. Наверное, еще тоже способность, которая тоже развивается будет, и потом Ботвинник будет помогать развивать ее, и, естественно, и Никитин тоже, и Шакаров. То есть это способность как бы вот к аккумуляции большой шахматы, большого объема информации и ее распределение быстрого. То есть на самом деле, вот как бы, поэтому я мог смотреть на несколько досок и как бы и играть его примерно в одну силу. В общем, мне образованием шахматным повезет, как бы, потому что действительно будут люди, которые все время будут помогать. И мама, она, в общем, когда она начинает уже, фактически, ну, с 72-го года, она начинает уже внимательно следить за этим процессом. Ну, она вообще как бы организатор была. Вот. И вот весь свой опыт работы в лаборатории она начинает переносить на эту работу шахматную. В итоге она и будет команду всю держать шахматную, потому что, ну, как бы, она была, скажем, менеджером профессиональным. И тогда вот тогда уже очень четко она как бы ставит, что говорит, нельзя форсировать события. Вот, нельзя, значит, нельзя, чтобы как бы вот... Не надо торопиться. Оно само придет, потому что все-таки маленький, 9-10 лет, то есть нервная система должна подготовиться. Вот. Мама начинает вот как бы за всем этим следить, и она все время говорит, что надо не перегнуть палку. Так все начиналось. Но к этому моменту уже я, в общем, уже был дееспособным шахматистом. Понятно, что тогда... Наш дебютный репертуар по сегодняшним меркам был смешной. Олег Исакович там постоянно как бы нам он там показывал как бы, вот то, что мы в Баку играли, ну, естественно, играли. Вот, значит, вот слон 4, конь f6, мы играли d4 все здесь. Вот, d4, ED, значит, вот это e5, конь e4, короткая рокировка. Вот это вот так мы играли в шахматы тогда, в принципе. Значит, вот, ну, вот эта партия, которая первая в книжке есть, вот с этим, с туркменским шахматистом, она как раз вот на эту тему. Вот эта позиция... Вот. Ну, там, до дохода F7, F5 тогда еще как бы не додумались. Вот, ну, вот.
клуб, который полностью реально, реально как бы все построение белых там ставит под сомнение, потому что после F5 черных просто как минимум не хуже. А значит, партия, которую вот я упоминаю, это вот с этим Мурат Кулиевым, как бы с Конь Е6. Это где она? Она здесь, она в Чечне, да, есть уже здесь. Это по-моему, первая партия, ее Никитин прокомментировал. Вот, значит, как бы еще тогда, в смысле? А, нет, он ее потом прокомментирует, потому что когда я ее играл еще, мы еще были незнакомы. Мурат Кулиев. Да, Мурат Кулиев, да. Это как раз вот эти игры... Нет, это тренировочные, это были в Баку, приезжали к нам туркменская команда. А, матч Азербайджан-Туркмения. Да. Конь F5 было, там слон G5, ферзь G4, он даже конь D4 сделал здесь. Ну, в общем, как бы тут я подумал на G5, значит, слон F5, вот. Я был страшно гордый, потому что, ну, потом там ферзь H4, ход, там уже, может, компьютеры укажут. То есть ферзь G3, значит, все, неудача сыграл. Машина ферзь D7 рекомендует здесь. Я здесь пожертвовал пешку, вот, как бы, вот. Довольно быстро я, по-моему, все исполнял. Это и здесь очень, как бы, красиво. То есть, как бы, вот тут тактический удар, который, значит, я довольно быстро нашел. Ну, и потом я выиграю эту позицию достаточно, как бы, уверенно. Хотя она, может, не такая плохая у черных еще, там, надо было где-то F6 пойти. Но партию я выиграю, и... Был очень горд, как я исполнил все это, и Никитин, в общем, сказал, что для 10-летнего мальчика это было, в общем, такое... Но вы тогда еще с ним не работали? Нет, я с Никитиным. Никитиным мы познакомимся в Вильнюсе. На самом деле, вильнюсский турнир, вот это, первые молодежные игры, оттуда начнутся отношения Никитин и школу Ботвинника. Вот там вот будет партия с Кенгисом, который первым в информатор попадет. Uh-huh. Вот тоже было интересно. Я довольно быстро исполнял вот ходы сложного варианта, вот с переводом коня вот на C5, вот. Но это вот, и эта партия попадет в информатор. Я там, причем, должен был выиграть ее, но не хватило тогда. Близко было к победе. Mm-hmm. И это партия, которую прокомментирует Никитин, он ее уже видел. Вот Никитин видел эту партию, он посмотрел, и после этого вот он подходит к маме и говорит о том, что вообще-то надо как-то начать заниматься профессиональной. И фактически... То есть он сам ей предложил как бы свои услуги в роли тренера? Или он просто подошел пообщаться, что талантливый мальчик? Он подошел пообщаться, нет. Но и он организует приглашение на школу Ботвинника. То есть как раз вот именно... И во многом эта партия сыграет роль, потому что он ее видит. Когда мы возвращаемся, вот я помню, приходит телеграмма о том, что вот меня приглашают на школу Ботвинника. Ну, вообще, это был шок, да? Нет, ну это... Вот я даже не знаю, как это описать, потому что... Да, вот я тоже пытаюсь понять, как это сейчас людям описать, что это такое. Вот я знаю, сейчас какой там ребенок говорит, вот он будет заниматься с Каспаровым. Да, я понимаю, все равно, конечно, события. Да. Но тогда это все-таки, я говорю, это был уровень легенд. Понимаешь, вот это Ботвинник вообще. Как это вообще... Человек из космоса. Космос это там. Космос это, кстати, понятнее. А это вообще, это легенда. Понимаешь, это на самом деле... Вот ты попадаешь... Это миф, называлось. Мама тогда собирается, мы едем. Естественно, как бы там должна найти ресурсы какие-то. И для мамы это будет серьезным, потому что испытанием. Потому что, ну, потом какие-то... Кто-то будет оплачивать это все, но вообще для нее постоянно будет... как бы надо будет делать выбор какой-то, потому что надо занимать деньги было. Жили все, в общем, довольно скромно. И вообще-то меня туда взяли по протекции Никитина. Значит, я туда вообще попасть не должен был, потому что я был из Дворца пионеров. Я вообще был не из профсоюзного, это самое. Я был, конечно, маленьким. Вам 11 лет, да? Это 74-й год, да? Мне 10. Мне 10. Это август 73-го года. Мне 10 лет. А, 73-го. Мне 10 лет, значит, и я туда, значит, приезжаю. И со мной приезжает Боря Таборов. А он играл, значит, за Украину, как раз на первой Леони Зайт играл, он играл на второй доске, значит. Он там набрал какой-то жуткий результат, он выиграл, по-моему, вторую доску, там, 79, что-то, много, может, 89 даже набрал. Какой-то результат был феноменальный на Вильнюсе. И он уже, по-моему, выполнял мастерскую норму, но он был просто реально сильным кандидатом в мастера. Я был просто перворазрядником. Ему было, соответственно, Боря было, соответственно, 14 лет, наверное. То ли в порядке исключения, они как бы готовы взять одного человека как бы со стороны. И получается так, что как бы мы с Борей показываем партию. Ботвинник и Юра Розуай. А Никитин показывал, да? Нет, я уже... Вы приехали на сессию? И там, значит, но там не на сессию, а нас как бы позвали к Ботвинник и Розуаев. Да. Сидят, два человека сидят, и мы с Борей Табором показываем партию. Ну, по всему понятно, что как бы, ну, я там способный, молодой, там все равно, значит, но Боря на голову сильнее. Потом это, ну, там Розуаев тоже напишет, что когда я начал показывать партии, Ботвинник посмотрел на него, он посмотрел на меня. И, в общем, к шоку, конечно, Бори Таборова, у папы, они выбирают меня.
просто Ботвинник посмотрел и, в общем... Мне кажется, он вдохновился, потому что я показывал партию, что-то я чуть-чуть... Ну, я быстро очень думал. С да. вариантами, да? И потом, как бы, там Розуваев тоже сказал, что для них это было откровением. Боря был такой, он был академичный. Он начал, а здесь что-то летали фигуры куда-то там все. И вот он сразу понимает, что вот тот самый талант, который надо холить, леять и как помогать ему развиваться. Вот это вот потрясающе все-таки. Вот какое время было? То есть как вот он занимался этим, да? То есть он не просто там что-то, давайте, ребят, там это работать. Но на самом деле это тоже то, что мне передастся от Ботвинника. При том, что как бы наши политические взгляды будут сильно разниться, и в итоге разрыв будет именно по этой причине. Он был, Михаил Васильевич был сталинистом, как бы, вот таким. Он вот веривший в определенные советские мифы, и это, в общем, с какого-то момента станет серьезной проблемой. Жалко, конечно, но вот, ну, как бы это уже потом политика будет многих людей разделять. Вот. Но у него было понимание такое, что как бы ты получил как бы вот что-то вот, от других, надо это вернуть. Вот это на самом деле у меня остается тоже, что на самом деле шахматный опыт должен передаваться. Вот это его главный урок. Что это, для него понятие советской шахматной школы, оно носило довольно конкретный характер. То есть вот это школа, и вот он в ней, он патриарх. Он чувствовал ответственность за это. Абсолютно, да. Он его назвали патриархом, он как бы он считал, что это для него, вот это, он должен оправдывать это, вот это, вот это звание. И вот это передается просто. Вот как бы, я впитываю, что вот это действительно необходимо делать. Я до сих пор продолжаю как бы, вот, делиться своим опытом просто. Ровно потому, что как бы, так вот было тогда. Вот. Но это есть начало истории. Лично у вас сложился контакт сразу, да? Сразу сложился контакт. Ну, он как-то так по-русски сказать, полюбил вас, да? Да, сразу полюбил. Нет, ну просто это вообще отношения, там действительно, они будут от привязанности любви учителя к ученику, в принципе, до такой высокой трагедии, когда будет 87-й год, когда Ботвинник начинает рассказывать детям, что Сталин выиграл войну. И я говорю, Михаил Васильевич, при мне это говорить не надо. В общем, как бы, ну вот, и с этого момента начинается, как бы, начинается разрыв. Во мне он видел продолжателя дела. Как бы, вот, даже книжка, вот, я не знаю, осталась она где-то у меня, он подписывает какую-то книжку мне и пишет Гарику Каспарику от Миника Ботвинника. То есть у меня даже вот это вот... Я ходил к нему домой, естественно. То есть вот очень быстро отношения выстраиваются. То есть я становлюсь любимым учеником, продолжаю это делать. Но все-таки такая фигура как бы столбовая вообще. Ну, противоречивая. Ну, конечно, нет. Ну, естественно. Потому что он был сын своего времени, на самом деле. Понятно, что как бы он тоже впитал все то советское, как бы все. Но у него были определенные представления о том, как вообще... Что есть правильно. Вот у него была планка очень высокая. Значит, я там что-то показываю партии какие-то. И Ботвинник тогда смотрит и говорит, если ты будешь так играть, ты станешь Тайманом или Ларсеном. Это считалось оскорблением. Нет, это в местах Ботвинник. Нет, сегодня это да, как бы Тайман. Ларсен. Несерьезный. Опять, уровень несерьезный. Не в смысле уровня игры, а в смысле отношения к шахматам, да? Несерьезный. Не ну, Тайманов вообще как-то там музицировал еще, в принципе. Музыкант, хотя да. Вот. А Ларсен, ну, вот, играет ходит, не так. Да. Это как Б3 играет первым. Так не играет в шахматы. Ну, а надо к шахматам подойти серьезно. У Ботвинника вот четкое понимание было, что вот есть, значит, есть правила, которые надо соблюдать, значит, надо там, надо заниматься, надо сделать от сих до сих. На самом деле, вот... Понятие, кстати, в этом плане он с моей мамой будет пересекаться, потому что понятие режима, в принципе, как надо заниматься, как надо делать все это, как надо готовиться. Все на самом деле, вот это все сложится в какие-то представления, которые в итоге... у меня рутина будет своя, но она во многом будет... Она будет подстраиваться под уже требования новых шахмат, но это все равно заложено будет Ботвинником, что все равно есть режим. Это даже когда мы с Юрой Дахаеном приезжали в Вейканзее, все равно, как говорится, вот, или в Линарос, неважно куда, там вот выстраивался распорядок сразу. Вот просто вот некоторые вещи до автоматизма доводились. Надо делать то, значит, в принципе, все должно быть по порядку. То есть каждый день должен, в принципе, вот быть выстроен по порядку. Вот. И Ботвинник как бы, был абсолютно неумолим, что надо вот делать такие вещи, как шахматы надо изучать серьезно. Вот у него был набор советов какой-то. Вот. Например, Котмент решил, надо тренировочные партии. Значит, потому что что-то привозят, показывают партии. Да, он, кстати, настаивал, что значит, 4 партии показывать, 2 выигранные, 1 ничью, 1 проигранную. Значит, как бы там четко совершенно... Подход. Ко всему подход, совершенно точно. Просто. 2 так, то есть все должно быть
То есть как бы uh-huh. разложено по полочкам. А так вот партия, я помню, я играл с Артуром Юсуповым, значит, и я черными... На сессии, да? На сессии. Странистку я там не очень хорошо разыграл ее, потом там я пожертвовал, я помню, конь F4 сыграл в какой-то момент, подпинник сразу явно партию Сталин свою вспомнил из матча, вот шестую партию, значит. Я что-то пожертвовал, Артур там не нашел опровержения, вот, и, значит, в итоге получается ничья, подпинник смотрел, то есть очень был недоволен так. Значит, надо изучать партии. Ну, тогда как? Тогда же не было сборников. Значит, вот, значит, Геллер, Бронштейн, Глигорич, может быть, Болеславский. Это значит, он дал задание изучить партию? Нет, да? Значит, я, значит, тогда просто, я начинаю выписывать их просто. У меня, ну, я не знаю, может быть, в мамином архиве остались еще партии. Вот я там выписывал партии просто. Реально, из сборников выписывал партии. Вообще, это целая как бы история, потому что тогда мы же как бы создавали базы собственными руками. Ну да. Мне Никитин что прислал... Нашел, то и... Нет, Никитин прислал тогда был по тем временам ГДРовский набор, значит, для, значит, штамповать диаграммы и фигурки. Значит, на самом деле можно... О, это колоссально. Нет, это было тогда качественное было. Ты берешь, значит, штампуешь диаграмму, зеленая была, и, по-моему, там, соответственно, красные фигуры были, ну, какие-то, какая-то еще... Я видел, у кого-то красные такой, черные. Да. И вот это был набор, то есть, значит, я, естественно, значит, там... штамповал диаграмму и, значит, и вписывал, как будто, ну, как вписывал, впечатывал фигурки туда mm-hmm. просто. На mm-hmm. самом деле, у меня это, тетрадки были такие. То есть это... Сейчас это звучит смешно вообще, да, просто нажал кнопку, просто все посмотрел. Yeah, yeah. Но тогда это, на самом деле, работа. Мы привыкали вот к такой работе, в принципе. Поэтому, как бы, у меня не было проблем, то есть, с культурой работы. То есть, на самом деле, надо работать, как бы, вот, выполняя причем такую скрупулезную, ну, сейчас как так, черновую работу. Ну, надо было самому все это делать. Угу. Но вы уже с Никитиным, да? Никитин... Или да, еще нет? Еще нет, потому что Никитин помогает, но как бы так, издалека. То есть, на самом деле, формирование вот этого как бы коллектива, там, оно идет постепенно, потому что Никитин все-таки до 76-го года, до конфликта с Карповым своего, после которого он лишается работы, вот, все-таки гостренер сборной СССР. На ставке человек, да? Он там работает? Работает, да. Зоне. Причем, ну, понимаю, учитывая его, как бы, происхождение, все-таки, как бы, вот, он, многие считали его естественным преемником Батуринского. Все-таки, ну... Какое у него происхождение? Ну, все-таки русский. Александр Сергеевич Никитин. Да, естественно, да. Мастер спорта, как бы, да, в принципе, с идеальной биографией, mm-hmm. просто, да. А там Батуринский, как бы. Ну, вот Батуринский рано или поздно уйдет. Это должность руководителя советских шахмат. Да. То есть у него многие... И вот конфликт с Карповым в 76-м году, как бы, вот, когда Никитин начинает там заниматься расследованием его там попыток сыграть матч с Фишером. А зачем он это начал делать? Правдолюбец был Александр Сергеевич. Он как бы, да, потому что неправильно было, как бы, советскому чемпиону мира, как бы, встречаться с Фишером, как бы, и пытаться сыграть матч за деньги, в общем-то, в обход ФИДЕ. Вот. Но кончается тем, что, в общем, как бы, тему заминают, а, в общем, а для того, чтобы, как бы, Карпу не стать под удар, Никитину реально убирают его. Как бы. И он вынужден, как бы, искать уже другую работу, и он находит пристанище в Спартаке. Его покровителем был тогда младший брат, младший старостин. Он поможет Никитину устроить в «Спартаке», но самое главное, что в этот момент это вот как бы это будет очень важным, потому что с 1976 года старанием Ботвинника, и я как раз Рохлин тогда, который был, вот, с ним работал в профсоюзных шахматах, меня устраивает тоже «Спартак». Меня устраивает «Спартак», но это не просто как бы переписали к «Спартаку», а Ботвинник, понимая сложность положения, как бы вот материального, он выхлопнул мне стипендию. Я начинаю получать стипендию 120 рублей. Ну, это уже жизнь. Нет, это просто по тем временам это было. Самое забавное, конечно, сегодня объяснить невозможно, это, значит, так как не было правил никаких регулирующих, мне было 13 лет. В общем, как бы, да, 13 лет, там, я прихожу, дедушка со мной ходил, для них всех это было шоком, потому что вообще огромные деньги по тем временам. Но... срабатывал закон. Меня вычитали за бездетность. Правило. Раз нет детей, значит, должны вычитать деньги. Ну, правда, мне было 13 лет, правда. Меня вычитали, по-моему, там 10 рублей, по-моему, 80 копеек. То есть давали 109 рублей 20 копеек. Я тоже помню. Вот это... Это бешеные деньги. По тем временам, действительно, это была огромная помощь. И Никитин... Как раз это 76-й год, начало 76-го года. И Никитин тоже приходит в «Спартак». И в «Спартаке» Шакаров. На самом деле, вот. И вот 76-й год — это уже формирование как бы команды. А параллельно вот начинаются еще у меня занятия с Макогоновым, но это уже
это частная инициатива. Ну, он практически позабыт уже, в принципе, как шахматист, хотя он даже играл в сборной Советского Союза в матче, в радиоматче. США, да? США, да, да, в 1945 году. Он играл несколько раз в финалах первенства СССР, там его лучший результат, по-моему, в 1927 году он с Ботвинником поделил 5-6 место, вот, вот тогда. Но у него было, конечно, удивительное понимание шахмат. Он делал какие-то тренерские вещи были. Он работал со Смысловым в 1957-58 году, в принципе. И вот он мне рассказывал тогда, что когда Смыслов выиграл матч в 1957 году, в принципе, он говорит, почти потерял голову, как бы вообще чемпион мира, все. И говорит, Василий Васильевич, вам надо быть Михаил Моисеевич. Ботвинник он относился с каким-то невероятным пиететом. Uh-huh. Ботвинник был просто для них всех. Ну, это вот это. Ну, да, и он тогда, говорит, я пытался Смыслову сказать, что вообще-то там матч-реванш опасен. И он говорит, что Ботвинник, он говорит, может и Каракан начать играть? Василий Васильевич, не хотел вообще. Он так был на седьмом небе отчасти, все. И как он вспоминал, и говорю, вот... Не послушал. Не послушал, да. И вот все это помогало, потому что у меня достаточно гармоничный стиль был, при том, что как бы я сам играл в динамичные шахматы, но вот такая работа, она позволяла, ну, вот, действительно, все сбалансировать, то есть какой-то универсальный стиль. Никитин тоже постоянно говорил мне тогда, что, слушай, надо играть, смотри, вот, ты же лучше всех считаешь, в принципе, но если ты сразу будешь осложнения затевать, то, как говорится, ты вынужден прослаблять позицию. Ты должен научиться играть так, чтобы соперники сами заинтересованы в наслаждениях. А вот тут-то твои таланты и проявятся. Вот. И Никита как раз он начал помогать расширять репертуар. То есть на самом деле вообще узнавать больше вообще о позициях, там, миттельшпильных. Вот как раз в эти годы начинает происходить как бы вот формирование репертуара дебютного уже. Вот тогда, потому что с Приворовским как бы там были, вот я говорю, там совсем простые вещи были. Хотя там я что-то сам пытался подучиваться. Вот. Меня всегда фианкетта привлекала. Вот, ну, красиво. Там, да, всегда. Вот черными. Белыми я не очень люблю фианкетироваться. На самом деле, белыми у меня, как говорится, такой тяги не было. А черными вот после D4 как бы всегда. Потом и Бенони я начну играть уже с подачей Мудирамова, правда. Вот. Uh-huh. Страндинскую я всегда играл как-то. Вот всегда меня как-то тянуло вот туда сфианкетироваться. Uh-huh. Грюнфельд это потом придет уже. Это уже это 84-85 год. Это Адарьян меня начнет обучать. Uh-huh. Вот. А в целом как бы вот именно Страндинская и все эти построения разнообразные там с закрытыми центрами, вот как бы такие, они... как бы всегда были частью как бы вот просто моего шахматного мировоззрения. И Шахаров играл, опять влияние Фишера было, размены в районе испанской партии. Никита страшно возмущался всегда. Говорит, что за ход, как просто слона за коня отдавать вообще надо. Научись играть, говорит, в принципе, классическую партию. Я долго сопротивлялся, потом какую-то партию я сыграл, тренировочную. Довольно неплохо выиграл. Вот, как раз в классической, в чегоринской испанке. Mm-hmm. То есть, как говорится, вот... другое дело совершенно. А Никитин все-таки, он как бы вот воспитан был на этих классических вещах. Он как бы говорил, что вот есть набор дебютов, которые человек должен играть просто. Без них нельзя двинуться. Вот испанский один из этих дебютов. Так идет формирование стиля, вкусов шахматных. Вот, уже формирование шахматной личности произошло. То есть мы как бы сейчас охватили период вот этого вот формирования как бы шахматистов. Уже появляется как бы, этот коллектив, вот, в принципе. Еще я занимаюсь как немного с Приворовским, Шакаров, это Баку, Макогонов появляется чуть-чуть, как бы, вот, значит, вот. Естественно, Ботвинник, вот, Никитин. А с Ботвинником как происходило общение? Созванивались постоянно? Или он как-то? Созванивались с Ботвинником, сначала, естественно, будет только школа, а потом мама еще налаживает отношения с Геннадием Давыдовной. Это мудрый ход был. Довольно быстро наладились отношения. Но Ботвинник, с ним самому было как бы приятно, интересно. Mm-hmm. Я не помню, когда первый раз мы у него на Фрунзенской появляемся дома, но это примерно в те же, я думаю, где-то год 74-75. Mm-hmm. И он начинает уже за мной непосредственно как бы следить. То есть, например, там я когда буду играть в Баку, я помню, в этом турнире в мастерском, неудачно буду играть, и он будет звонить маме, в принципе, как бы... поддержать. Uh-huh. Потом мне будут перезванивать. То есть уже 75-76 год Ботвинник начинает... Пристально следить, да? Нет, уже не следить, а уже начинает активно участвовать непосредственно. То есть в этот момент Ботвинник начинает давать конкретные советы. Встреча с Ботвинником, этот контакт, он позволил перевести эту мифологическую часть шахмат в реальную жизнь.
Кстати, а Ботвинник рассказывал там, он же играл с Капабланкой. Ботвинник постоянно. Любил, да? Это, на самом деле, это... И это опять, я тоже от него перенял, потому что я сейчас там вспоминаю. Вот, а вот, знаешь, как-то манера уже, что вот, помнится, играл я там с Карповым, все. Ботвинник, он даже не столько партии помнил. У меня с памятью, кстати, не очень хорошая была. А именно вот так концептуально. Вот, а Капабланка сказал там, значит, а это, значит, вот... А вот в этой партии было так, значит, да. При этом, опять, у него оценки были очень категоричные. Вот, в принципе. Значит, он как вот, что-то вот он помнил, в принципе. Вот, как, вот было именно вот так, вот, значит, в принципе. Не то, чтобы он как бы вот вдавался сильно в воспоминания те, в принципе, о своей там партии, победы, вот как бы. Вот, но он... Какие-то вот, вот были такие вехи. Вот он говорит, что вот матч, турнир, название чемпиона СССР 41-го года. Я написал книжку. Это очень хорошая книжка. Вот Белявский, он потратил столько времени, пытаясь найти там ошибки. И ничего не нашел. Гордился, да? Очень-очень гордился. Но опять, все делал очень-очень основательно. И опять, были эти параллели. В принципе, как бы. Значит, он там все время пытался найти историческую параллель какую-то. Вот, в принципе, я вот посмотрел партию. А вот мне кажется, тогда, значит, вот я помню, там в 31-м году вот, там, я там сыграл. Вот. И опять, это не столько партия, сколько вот как бы его вот, как бы вот какой-то образ вот шахматный, который он пытался перенести на конкретную ситуацию. Он еще, во-первых, критично отзывался о матче Спасский-Фишер вообще, как бы, потому что, ну, мне кажется, еще психологически для Ботвинника было вообще тоже как-то вот неприемлемо. Вот он играл столько матчей на первенство мира, там, они получали какие-то там жалкие рубли там, и какие-то подарки. Да. А Спасский получил там 100 тысяч долларов. В общем, Ботвинник был как-то вот... В шоке, да? Историческая несправедливость. Все-таки она его как-то... Видно было, она делала дискомфортно как-то было. Он, кстати, довольно убежденно говорил, что Фишер больше играть не будет почему-то. Да? Прочувствовал как-то, да? Как-то вот он сказал, что... Поэтому, я помню, в 75-м году, когда был этот спор, в принципе, значит, что там соглашаться на 9-9, последнее требование Фишера, значит. Ботвинник говорил, что просто идиоты, говорит, надо было соглашаться, он все равно играть не будет. Говорит, просто да. И тогда бы у него никаких аргументов не было. Потому что, играть до 10 побед, говорит, 9-9 вообще такого быть не может, в принципе, да, как бы. Вот. А поэтому, говорит, все, что он выставляет, говорит, это просто от неуверенности играть с Карповым все равно не будет. То есть, как бы, вот у него четко было... Он еще в 74-м году считал, что Фишер, как бы, вот он сломается. Не знаю, почему к Фишеру вообще у него было отношение такое, я бы сказал, скептическое. Он, конечно, нет, гениальный, все, там, он действительно аналитик был, все. Но вот какая-то была в Фишере гнильца какая-то. Вот он чувствовал, что вот что-то не то. То есть он сломается. Вот. А, кстати, да, важный момент был тоже, когда вот это его партия, это же с Фишером. Да. Когда Фишер там... На Олимпиаде в Варне, да. И Фишер уже там написал в сборнике, как он мог выиграть. И большим, конечно, делом был, что я же там нашел ничью сам. Как бы, ну, без всякого компьютера, что анализ Фишера опроверг. Вот я был страшно доволен. Просто страшно, горду. Да, там еще Марк Израиль Дворецкий вот это что-то, они посмотрели, да. Но они же там сидели ночью, там всей командой. Да, ну там потом Фишер там написал какой-то длинный вот вариант, что вот я действительно выигрываю. Вот. И значит там, потом они там пытались как бы нам найти там как-то ничью, а я нашел довольно там простую ничью. Там, какая-то была очень сложная. Там вот, в итоге получалась позиция, там вот проходили ферзи как бы, вот, черные могли первые шаховать, белый король как бы, ну, там шах один был, а белый король попадал под атаку, в принципе, да, как бы. И, если я не ошибаюсь, я даже могу поставить позицию. Вот в итоге получалась вот такая позиция получалась. Вот, если я не ошибаюсь, сейчас я покажу. Значит, и они как-то смотрели ферзь f8, король a2, ферзь c5, по-моему, что-то в этом роде пытались найти как-то. Я не помню. Вот, ну, в общем, в итоге я просто предложил простой ход ладья c4 здесь. Ладья c4, ладья b3, шах, ладья c3. Вот. Мне кажется, пешка стояла вообще еще дальше стояла, потому что даже, по-моему, А4 идея не получалась, мне кажется. А там шах? Вот. Ферзь Е1 шах, король Д3. И на ферзь Ф1 шах тут последняя ловушка. Нельзя пойти так, потому что ферзь H3. Угу. Вот, значит, как бы, да, взял. Взял, ну, да. Пусть король Д2 ходит белый так, и стоят. И все, и ничего сделать нельзя. Или король Д1 здесь даже можно пойти просто вот так. Я нашел эту ничью, показал Ботвиннику. Кайф, да. Просто был страшно, страшно доволен был. А Фишер вообще тогда был как бы легендой тоже? Нет, Фишер был легендой, на самом деле, как бы, но опять, сейчас, наверное, мало кто помнит уже, что, в общем, болели за Фишера в основном. Ну, турнир был у нас в 74-м году, когда был
отборочный у нас, ну, у нас внутренний был. И мы там все писали фамилии просто. Самое. Ростик был Фишером всегда. Ростик всегда забирал Фишера себе. Я, по-моему, был Портишем. Вот, значит. Вот Ботвинник тогда давал комментарий, вот, как Карпов, матч Карпов-Лугаевский. А потом был матч со Спасским. Полуфинальный. Полуфинальный матч. Но это, безусловно, я считаю, вообще лучший матч Карпова был. Может быть, вообще в жизни. Вообще. То есть, конечно, совершенно блестящий матч был. Я помню, там с Ботвинником обсуждали это. И, в общем, ну, действительно, эта игра была высочайшего уровня. Потому что ну, Спасский проиграл 7-4 матч. И надо сказать, что играл лучше, чем с Фишером в 72-м году. Но проиграл 7-4 Карпов. Выиграл при том, что проиграл первую партию белыми. Вот. И вот после этого Ботвинник полностью, как говорится, уже вот исчезли всякие сомнения о том, что Фишер на матч с Карповым не выйдет. То есть он думал, что Фишер понимал, что Карпов уже просто сильнее его, да, играет? Был ли Карпов сильнее, неизвестно. Значит, ну, проблема, и Ботвинник ее тогда чувствовал. Как бы. Вот я потом и пытался это как бы объяснить. Фишер был не готов психологически к такому поединку, на самом деле. Фишер играл с людьми, которые были старше него. Он, на самом деле, добился успеха в шахматах, которые отличались. Карповские шахматы были другими уже. На самом деле, шла новая эпоха уже. Уже шли эти молодые шахматисты, там пошли там Ульф Андерсен, там Ян Тимман, потом пошли молодые венгры, вот эти там Рибли, Сакса, Дарьян. То есть, на самом деле, шахматы 70-х годов менялись. Фишер к ним оказался не готов. На самом деле, вот как бы вот он все-таки, он был из 50-х, 60-х годов. И его, видимо, это ну, создавало для него дискомфорт большой психологический. И Ботвинник это чувствовал. Он говорил, что, в общем, он не готов. К игре не готов, он не будет играть. И Ботвинник сам такое испытывал. Помнишь, в 48-м году, когда он стал чемпионом мира, он потом перед матчем с Бронштейном нигде не играл. 3 года, да, помню, да. И понял, что это такое. Но одно дело там не играть в 48-49 году, а другое дело не играть было в 70-е годы. И он говорит, что Фишер просто не в состоянии будет сыграть с Карповым, потому что, ну так, у него нет практики. Он там, 10 побед, 9 побед, он просто... Почему ему нужен длинный матч? Потому что нужно хоть как-то разыграться. Но он говорит, все равно не побоится. Потому что 74-й год, это мы приезжаем в Москву на турнир Дворцов Пионеров, мы вышли в финал. Значит, и... Ну вот я пишу в книге тоже о том, как Сталин... Да. Пожать руку просто вообще. Я проиграл партию совершенно без борьбы просто. Как вы это поражение переживали? А помните вообще? Я, честно, всегда переживал очень болезненно. Но будут моменты, когда действительно поражение будет восприниматься просто там. Я плакал там как бы. Но это когда происходило что-то, как меня выбивающее из колеи. То есть, в принципе, если я там проиграл партию, которую мог выиграть, или когда я понимал, что это там вот чисто моя вина, что на самом деле... что вот, ну, соперник не был сильнее меня. Если он был явно сильнее меня, ну, я, ну, да, ну, проиграл, что теперь делать? Как бы? Ну, надо научиться играть лучше. А Ростик выиграл, кстати. Ростик выиграл первые две партии. Он выиграл Талию Полугаевского. Вообще, там, первые две партии выиграл. Вот. Талантливый такой. Да, он выиграл, значит. Я проиграл первые две партии, но я выиграл Авербаха потом. А в 75-м мы уже вышли уже. Ну, я уже играл на первой доске. Но у нас команда была довольно слабая, как бы, ну, по сравнению с другими. Но я на первой доске набрал 2,5-6, значит, я проиграл Смыслову, вот когда я заплакал, потому что я имел ну, позицию близко к выигранной по дебюту. А потом я играл с Полугаевским. Вот это, и там момент был очень интересный. А могу партию поставить? Давайте. Да, значит, я не уверен, что я до конца, сейчас значит, конь F3. Мы сейчас откроем. Конь F3, E6, да, я могу сказать, да. Но я пошел... То, что я пошел D2, D3, я помню точно. Как это, значит, я, это, значит, вот я... Это Приворотский у нас. Ну вот. Но я честно говоря, на самом деле, это как бы эти ходы помню. Он играл слон D6, система слон G2, конь E7, рокировка. А она здесь есть, да, эта партия? Может быть, она есть там, я не уверен. Сейчас рокировка, я пошел ладья E1, пошел слон C7, по-моему, здесь. Нет, подожди, с Полугаевским точно есть партия? Я пошел ферзь E2, я пошел ферзь B6, вот. И здесь я пошел... H2, H4. Нет, все, я сейчас уже партию вспомню. H4. Полугаевский здесь так, значит, посмотрел, как он пошел здесь конь B4. Значит, нападать начал на меня здесь сразу. Значит, да. Я пошел конь F1. Защитился. Ну, да, значит, он пошел DE здесь. DE, значит. Я побил ферзем. Он побил на C2. Вот. Я побил на A8. Значит, он побил на А1.
Я пошел конь Е3. И здесь Лев Абрамович задумался минут на 45. Редкий случай, когда сеансер так задумался. Сеансер, да, тебе просто все часы пошли туда, потому что просто uh-huh. сюда. Вообще он обнаружил, что здесь проблема есть. Контерес. Ну, как нет, в принципе, идея была тогда выскочить uh-huh. конем, скажем, например, там, конь D5 пойти, например. Значит, ну, надо эту коня убрать надо. В принципе, надо что-то с ним сделать, надо с конем, значит. Конь D5, вот. И тут он обнаруживает, что на самом деле будет проблема, потому что пусть конь D5, ферзь бьет D5, белый бьет на D5, uh-huh. И ладья C7. Нет, хоть слон D2. А, слон D2. Конь C2, ладья C1. И... А, после конь... Конь, нет, фигуру пусть теряется, фигуру просто, да. В общем, ну, понимаешь, он, значит, охватил голову, значит, там начал просто буквально там рвать волосы, в общем, он сидит за доской, он думает. В общем, в итоге он делает исход коня F5. Значит, я побил на F5, Ев, слон G5, F6, значит, я забрал этого, значит, FG, конь взял G5. Здесь, по-моему, он ходит, по-моему, G6 ходит, да? Сейчас я вот... В общем, в итоге я... Почему-то, нет. Мне кажется, он пошел в ферзь D4, нет? Нет, ферзь я понял. Разрешил шах и конь F7 пока. Поэтому пока надо что-то будет делать. Мне кажется, все-таки, что он ходил G6 все-таки здесь. Вот. Вот. Я вот... По-моему, так было. Ладья E1 я сыграл здесь. Вот. И, по-моему, H6, ферзь C6 будет, ферзь D6. Вот какая-то такая позиция будет. Вот. Ну, в общем, я, к сожалению, предлагаю ничью. Имел перспективную позицию, вот, как бы, но решил, что, как бы, ну, вот, Гаевский, в общем. Я... Ну, все-таки это был на тот момент один из ведущих шахматистов. Мир, да. После чего он на подъеме, естественно, выиграл себе 6 партий остальных. Потому что как только эта партия ушла, то есть остальные партии просто завершаются. Никитин был страшно недоволен. Он говорит, что это такое, говорит, в принципе. Я говорю, ну, я же там мало, там, по-моему, было 6, ферзь C6, ферзь D6, что-то. Он говорит, что мало, говорит, в принципе. Ну, во-первых, ты, говорит, в принципе, ты же в команде играешь. Ты что такое делаешь просто? Команда же, понимаешь, что развалится все. Должен был играть дальше. Видно, что он нервничает. У него это самое, что-то я ничем не рисковал уже, в общем. В чем мне было очень стыдно, потому mm-hmm. что, как бы, действительно, по-моему, было 6, ферзь C6, ферзь D6. Вот так было, по-моему, что-то вот такое было. И получилось в итоге. Вот, по-моему, так получилось. И, опять, надо было пытаться играть. Вот. Да. Никитин был справедливо сказал мне, что... Вот. Ну, в общем, партия кончается ничью, значит. Но в 75-м году, на самом деле, событие, как бы, для меня как бы, самое важное, это то, что смена фамилии происходит. Но больше это было сделано из-за антисемитизма? Естественно, это тоже имелось. Как говорится, на самом деле, все как бы складывалось. То есть, комплекс. Как бы, да. Понятно, что с фамилией Вайнштейн было бы труднее. Ну, не то, что фамилия Каспаров в Баку давала большие преимущества, понятно, что это в Азербайджане жили, не в Ереване. Вот. Но в целом, как бы, считали, что так будет спокойнее. То есть, как бы, да, вот, uh-huh. шансов, как говорится, что не будут тормозить, будет больше. То есть, в принципе, и я остановлюсь вот как раз летом 75-го года с Каспаровым. Последний раз, как Гарик Вайнштейн играет в «Переси Спартака» в 75-м году. Первый турнир, на котором сам будет Никитин. Это было в Петергофе, угу. Первенство «Спартака» всесоюзное. Я как раз только-только вот как бы стал «Спартаковцем», вышел в финал с очком из 3. Угу. Вот. А в финале как-то я достаточно хорошо сыграл, как-то вот, значит, я выиграл две партии, по-моему, да. Я две партии выиграл, две ничьи сделал. Вот. И там я выиграл партию красивую эту канцлера. Вот эту вот. У Бори Канцлера. Вот с жертвами. Вот это мое. Вот это, очень страшно гордился ей. Посмотрим. Давай, можно посмотреть, да, в принципе. Да. Я тогда вообще к этому моменту, к турниру этому, я, значит, насмотрелся всех этих фишерских коней в 3. Первый ход я, значит, играл. Потом вот эти фишерские сталиндийские построения. Вот, как бы. Но это вот именно влияние Фишера, вот, в принципе, uh-huh. тогда, значит, такое специфическое, вот, как бы. Значит, и поэтому получилось, значит, как бы, вот у нас здесь, ну, значит, то есть получилось так. D5, C5, G3, конь C6, слон G2, он пошел G6 здесь. G6 uh-huh. он пошел. Я такой ход вообще не знал, как бы, конь F3, слон G7, значит, рокировка, конь G7, значит, да, значит, ладья E1, рокировка. Вот, значит, опять я какой-то ферзь E2 какой-то сделал странный здесь. B5. E5. Опять он начинает двигаться здесь. Угу. Конь F1, слон H6.
H4, B4. Кажется, он делом занимается. Конь H2, H6. Угу. Значит, да, но это как бы ключевой момент, потому что черные просто здесь как бы... Парализуют все это. В принципе, угу. Я сейчас смотрю на позицию, может, вообще надо было H5 пойти здесь для начала, как бы, может быть. Потому что, ну, хорошо, как бы, пошел. Так, значит, он пошел. Значит, я пошел здесь с луной в 4. Король H7. Он защищает все. Я начал какие-то странные ходы здесь делать. Я пошел слон H3 здесь. По-карповски. Карпов любил такой ход, ну, да? Слон H3, C4. Не, ну я как бы готовился к король G2. Угу. Я, скорее всего, готовился к каким-то там жертвам, типа конь G5. Как он пошел конь F5 тут. Угу. Вот. Я пошел слон F5. Да, конь F5, да, слон F5, значит, довольно странно. Кстати, слон F5. Да, здесь, может быть, стоил EF побить, но он пошел GF, я пошел G4 здесь. Вот, ну, как бы я уже начал чувствовать, да, он пошел. Здесь он сделал FG плохой ход. Угу. То есть, на самом деле, просто размены, и потом конь E7, в общем, понятно, угу. Что белых, ну, черных отличная позиция. Значит, он бьет здесь, как бы, да, значит, да, и пошел здесь конь E7. Вот, и вот с этого момента, как бы, да, значит, ну, считать, что разницы никакой не будет. Угу. Вот, но на самом деле разница большая, потому что здесь у белых появляются уже новые возможности. Вот я здесь я пошел слон G5. Вот. И ход правильный, кстати. Значит, машина подтверждает, что, в общем, это слон G5. Но здесь уже я чувствовал себя как бы... Вот, то есть, ну, тогда все-таки динамика, вот атака. Да, жертва, атака, да? Нет. Просто все же, она уже само же развивается, просто понятно. Да. То есть он бьет здесь на G5, значит, я бью. Ладья H8. Угу. Вот, ну, здесь как бы указывается. Здесь, на самом деле, белые уже везде выигрывают, в принципе. Конь F6 шах, король G6, ладья H1, конь F5. Конь F5 он ходит здесь, да, по-моему, сейчас. Сейчас я смотрю, да, конь F5, ладья H8, слон H8 он ходит здесь. И здесь я просто помню момент, значит, я тут, ну, выигрывает ладья H1 сразу, вообще, угу. Проблемы нет уже сразу. Я берусь за коня здесь просто, значит, да, значит, я считал, что я мат сейчас ставлю. Потом да. Понимаю, что он сейчас побьет и шахом. Конь F5 шах, да. Ой, конь H5. Конь H3 шах. И как-то, значит, так, я ставлю коня обратно. Я думаю, пойдем так просто, значит, да. Значит. Но надо сказать, что это был зевок. Опустили на поле? Не-не-не. Это в отличие от той злополучной партии с полком, я ничего не отпускал. Я здесь, там бы не дали бы. А здесь нет. Я увидел шаг, поставил обратно, подумал и пошел сюда. Повезло. Повезло, да. Чисто повезло просто здесь. Начал потом быстро считать, потому что Боря здесь забирает, как бы. Кажется, что вообще здесь все как бы нормально. Но тут я уже уже напрягся посчитать. Ну, посчитать комбинации-то я все-таки всегда был в состоянии здесь, да, значит. И здесь я собрался. Все-таки зевок был такой. Ладья Е1 ход нашел. Угу. Ферзь G4 мат грозит. Слон Bf6 и F2, F3. Снова мат грозит. Снова грозит мат, значит. Конь Bf3 он должен ходить. Ферзь Bf3. Король сидит сюда. Вот. И здесь ферзь G3 шах. И здесь там единственный ход был король H6, но там после ЕФ, нет, ну тоже, тоже здесь тоже выигрывают. ЕФ, ладья H1, белые тоже выигрывают, в принципе. Но там была просто более сложная. Он пошел король H5, ЕФ проиграл сразу после мат. Вот, но все равно очень гордился. Партию выиграл. Вот, в итоге я там набрал +2 в финале, значит, суммарно +1. Чемпионом стал такой Десятков из Кургана. Вот, никто не помнит его. Он набрал там +3 или +4 даже, по-моему, набрал. Вот, да. А я разделил 2-4 с Мишей Гуревичем и с Юнеевым. Угу. Вот. И неожиданно по коэффициенту взял 2-е место. Это был, ну как все-таки, серебряная медаль. Мне было 12 лет. И... А тогда была одна группа, до 18 все играли? Или как это было организовано? Нет, тогда было две группы было. Две группы было, две группы. Да, в принципе. И это будет последний турнир Карикова-Эйнштейна. Значит, я потом приезжаю в Баку, мы, значит, проходят все документы, смена фамилии. И первый турнир Гарри Каспарова будет в Баку, Кубок города.